Всем добрый день! Мы находимся в Центре красоты та здоровья «Империя красоты». Я медработник и зовут меня Виктория. Сегодняшняя наша тема – гидроколонотерапия для похудения. Что такое гидроколонотерапия и как она влияет на похудение? Гидроколонотерапия – это щадящая промывка толстого кишечника через аппарат. Зачем она нужна? Пищеварение заканчивается в толстом кишечнике. Все, что не переварилось, не обезвожилось, не вышло скалом, остается в толстом кишечнике. Происходит гниение, брожение, формируются кишечные камни. Прекрасно себя чувствуют там паразиты. Токсины через стенки кишечника выделяются в кровеносную систему и нарушается углеводный обмен веществ, который и мешает быстрому похудению. За одну процедуру можно сбросить от 2 до 3 килограмм. После курса прохождения гидроколонотерапии восстанавливается обмен веществ, который помогает быстрому снижению веса. Без вреда для вашего здоровья. Все, кто любит плоские животики, кто мечтает быстро похудеть, приходите к нам на гидроколонотерапию. Ждем вас в нашем центре. До свидания, до скорых встреч!